Всем привет! Вы на канале Helen Call. Сегодня я купила салаки. Меня Елена Гармаш с утра раздразнила тем, как она солила. И вот мне тоже очень захотелось посолить салаки. Но я купила побольше, чем она, так как рыбку люблю не только я, но и мои котики. Вот она вся у меня тут такая красивенькая, беленькая, одна в одну. Я сделаю, как обычно, шпротиков и засолю в баночку. Вот уже первый котик, услышав слово «рыбка», пришел мне помогать. Да, Вулканчик? Вулкан, ты пришел помогать? Ну, такую рыбку сырую он не кушает. Вулкан! Вулкан, не подходит? Надо готовить. Сейчас именно этим и займемся. Левочка, ты хочешь рыбки? Сырую рыбку кушает только Левочка. На, много я тебе не дам. Бери, кушай. Все, приятного аппетита, моя хорошая. Приятного аппетита. Давай, кушай рыбку. Ладно, кушай, не буду снимать. Она их скушает. Так, для засола рыбки мы ее вначале обезглавим. Так вот придавливаю, и вылазят все кишки. Голову в одну сторону, тельце в другую. Саму рыбку сейчас помою. Головки тоже помою. Добавлю кашки. И будет чем кормить котиков. И так делаем со всей рыбкой. Вот такая у нас красивенькая помытая рыбка. И для засолки я ее складываю в баночку. Вот я уже немножко наложила с перчиком и лаврушкой. Просто докладываю рыбку. И периодически добавляю несколько зернышек перца. И лаврушечку. И так натаптываю баночку до верха. Для рассола нам понадобится чашка кипяченой воды. Конечно, остывшая. Туда мы добавляем столовую ложку соли с горкой и ложку сахара без горки. В саму рыбку я еще заливаю ложечку уксуса. Настаиваю где-то двое суток. И можно будет кушать. Вот так вот. Вот, развела рассол. Я сюда еще перчика добавила. Молотого. Заливаю рыбку. И буду ждать до послезавтра. Всем пока!